15 июня 100 лет исполнилось Алексеевой Марии Александровне из станицы Смоленской. Свой день рождения она отметила в кругу родных, детей, внуков и правнуков. Поздравить Марию Александровну с вековым юбилеем приехали глава Северского района Адам Джерим, глава Смоленского сельского поселения Сергей Безуглов и местный совет ветеранов. Адам Джерим пожелал юбилярке крепкого здоровья. Спасибо вам, что вы вот в таком возрасте еще с нами сегодня сидите. Поэтому здоровья еще на долгие годы. Здоровья вам, вашим детям, внукам. Огромное спасибо, низкий поклон. В честь именинницы районные артисты исполнили песню. Мария Александровна родилась в 1921 году. Во время войны работала на лесозаготовке. За трудовые подвиги удостоена медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне.